уважаемые зрители. Итак, сегодня последняя домашняя игра первой половины сезона 2018-19 годов. Динамовцы принимают команду «Биолог Новокубанск». Город Рыздвянный. Так что теперь мы встретимся с вами в следующем году, в 2019, 16 марта. Динамовцы будут принимать команду «Дружба Майков». А сейчас представляем состав играющих. Под номером 97. Ворота! Здесь! Здесь! Да не кричите, вы что делаете? Динамо. Пришла высокая подача. За боковую кольцевую подходит мяч. И команда. Разыграли штрафной динамовцы и удар. Замена. Да, и Саша Ханатич носил ваши руки. Ну то, что я тебе говорил. Друга. Да. Команде «Динамо» замена вместо Рената Гагиты номер 4. В поле вышел Андрей Сиденко, игрок под номером 99. Да,
У нас. Не вижу. А, место Вали. 98. 77, да. 98? Да. Комментарий коротенький. Ну, короткий комментарий. Ну, я думаю, ничья закономерна на сегодняшний день. Что мы имели пару моментов. Да, у нас, наверное, даже получше были моменты, которые могли реализовать, нежели гости. Но в целом я считаю, что так как проходила игра, у нас сегодня ничья закономерна. То есть, поэтому что-то больше комментировать я не имею смысла. Тодо там что? Серьезно? Да, у Давида после столкновения с большим футболистом, да, ушиб колено. Ну, я думаю, ничего серьезного. Думаю, в следующей игре будет где-то. Будем готовиться к последней выездной. Футболистов составили их команду. Кто вам понравился? Выделить, знаете, ну, наверное, у гостей крупногабаритный парень, второй номер выделялся, да, то есть в конце игры даже его переместили в атакующие действия, чтобы мы на него играли. И даже у него был момент как-то обострить. Ну, немножко у него не получилось. Вот. А, ну, у нас как бы... То есть как бы атакующая линия, в принципе, старались, получалось даже где-то. Поэтому... Ну, счет 0-0, кого можно выделить тут? Ничей не играя. Если кто-то выделялся бы сильно, я думаю, результат был бы налицо. Спасибо. Спасибо. Леонид Васильевич, ваш комментарий по игре? Ну, тяжелая игра, потому, в первую очередь из-за поля, то есть не позволяла нам сделать какой-то комбинационный футбол играть, то есть вынуждены были упрощать его. При этом упрощении, то есть наши нападающие не сыграли, в общем-то, первый тайм Гераев, потом Касьянов еще как-то там пытался это, то есть, давление создать, а Дмитриенко вышел то же самое. То есть мы в такой футбол должны нападающие очень активно работать, но они не сработали. И потом большая проблема, она в центральной полузащите, да, опорных. И Чувилов, и особенно Халваша, то есть очень много браков. Мы, столько потерь, которые неоправданных потерь, поэтому имели, в общем-то, много атак на себя лишних. То есть те, которые мы должны были проводить, они на нас проводились. А так, в общем-то, боевая игра. И молодцы Ставрополь, что в таких условиях там борются, бьются. То есть команда не обреченная, команда, думаю, что надо дальше просто работать, и все будет нормально. То есть команде выбираться надо, потому что Ставрополь все-таки областной центр, краевой, вернее, центр.
без футбола такого играть в Раздвяном, еще раз говорю, областной центр. А сам футбол сам, ну, который они играют, ну, он достаточно простой, то есть все это понятно. Но я думаю, что может быть из-за поля. Да, поэтому качество игры, оно плохое со стороны обеих команд. Ну, плохо у нас сегодня группа игроков, которая вышла на замену, то есть даже обратные замены одну сделали, вторую можно было делать. Ну, то есть игроки не вошли в игру. А так, в общем-то, основная группа, в общем-то, старались, боролись, бились. То есть, ну, я думаю, что этого уже для второй лиги, наверное, в какой-то степени хватает. А дальше надо думать, как уже тактику, как созидать. Хочу Ставрополь поздравить с этим очком. В общем-то, еще раз говорю, команда необреченная. И думаю, что на следующий год, дай бог, чтобы у них все сложилось. Удачи. Спасибо.